Брафер. Игорь, вот от тебя не дождешься помощи никакой. Хил. Не, я бы сапог взял. Сапог, там тангов, ласку. Бегать, фаниться. Ну, попробую так. Ты еще и с рандома, заебись тебе, еще и ветки те. И ветки еще, да, и все вообще. Сейчас сапожочка забегу, да как вардец такой поставлю. Да, просто, ну зачем тебе это кольцо, ты что, дурак? Я продал уже, Игорь. Нормально. Бля, я сегодня не начну игру, видимо. Зато меня посмотришь. Так, ладно, ребят, спокойно вам каток, спокойно ночи, сна там, потом давайте я пошел. Каток тебе, давай, пока. Пойду полежу, посмотрю стрим Вагамамы, потому что он все-таки лучше, чем ты играешь. Ну да, минус побольше, конечно. Так, а сколько сейчас у него зрителей уже? Что-то я увидел, то, что Леха играет на ЦМ-ке. Интересная катка, видимо, будет. Тоже ЦМ-ка и стиком Touch My Scepter. Так, ну что там, медленные крипы пойдут. Это что у нас, лесной эрспирит? А нет, это спорт эрспирит. Слышь, Андрей, я придумал. Чё придумал? Ты можешь найти игру с Вагамамой. Так. И в общий чат кидать ссылку на свой стрим. Все люди будут приходить. Все боты будут переходить ко мне. Да, все боты будут приходить тебе. Все боты будут мои. Да, детка. I like it. Представляешь, у ботов нет отблока. Да. А прикинь, реально это боты с отблоком. Такая подстава. Да не может быть. Ну как, все может быть. Бля, как он так хорошо заблочил? Задрот, что ли? Кого? Крипов. Так за Radiant легче. Ну ладно. За Radiant, блядь, все легче. Все линии, блядь. Грибы жизнь легче за Radiant. И стоять легче, и все вообще. Конечно, блядь, захотели меня убить. Я опять, кстати, не начал. У меня какой-то уебок уже третий раз не может загрузиться. Не доджит, а просто не может загрузиться. Че, Андрей, уже пизды тебе дали? Не, я живу. А сарк без Z? Ну ладно. Нихуя там тебе. Чуть кальсоны не припекло. Да, за малым. Блять. Знаешь, Андрей, чем отличается ВРК сложная от Дума? Чем? Ты же за ВР куда стоишь, сосешь и надеешься на команду. А за Дума ты сам ебешь линию, и тебе похуй на команду. Мне тогда больше Дум нравится. Да. Мне тоже. Я нашел очередную игру. Ебучее мое мастерство Last Hit, это просто кошмар. Вы там, наверное, уже закончите, новые начнете искать, пока я. Ну, возможно, но ты заслоупочил что-то, Игорян. Не отвел, братишка. Так, ну тут фласки, что-то танги. No one else than you. Это кто? Ришель какой-нибудь? Профиль приват, как обычно. Вот уёбки скрывают профили. Играю потом с такими. Из-за меня чувак в муте. Ну а Тарки из Простоквашино у него. Блять, а с ЦМ-кой, между прочим, приятно ласхититься довольно-таки. Ну да. У нее так-то все хуже, чем у меня. Серьезно? А, да, тут же, блять, уже какого левела-то, ебаный рот. Началась игра, сразу три кружочка в мид. 20-го левела санстрайч. Нормальная шляпа. Потрогал? Ну, я потрогал. Закинул, что ли, там? Да, так я, блядь, что-то не рассчитал, там уже санстрайк. Я открою стрим, может, я успею. На 160 мне въебал. Не успел. Видишь, уже закинул. Уже начал сосать. Ну да. Начал сосай делать.
Я так понял, Сэмка от меня отъебется, да? Нет, это наш саппорт. А ты не думал, что неплохо было бы лучше взять связку на третьем? Нет. Ладно. Какой ник у Сэмки? А, потрогай скептр. Потрогай мой скептр, да. А, да, потрогал. У меня уже Сларк, Фантом Ассасин, Патма. Еще одного карри надо взять. Ботинок. Медаш, что ли, делаете, Сларкич? Почему бы нет? Так, ты ему не особо помешаю сделать медас. А то он мне ебачи-то оторвет, скорее всего. Солидно так. Виндраннер. Я бы даже, если бы мне даже вот прямо сейчас был бы виндран на 4 вкачан, по-моему, мне бы все равно пизделей бы тут надавали. Хотя, лол, я включаю виндран и просто разбиваю цемки лицо. Там Лёх что-то сказал? Может, это Лёх на цемке там бахает? Наверное. Лёха, ты этого скептор потрогал? Нет. Думаю, он тебя потрогал. Меня соломит фантомка. Короче, ладно, все же. Лол, клокер 4-го левела еще каким-то образом. Там чуть ли ебач не разбивает. А, ну зато у нас лесной бэтрайдер. Хотя, ёб твою мать, там еще ж фурион лесной. Меня может, ко мне может прилетать фурион, ко мне может санстрайки еще давать инвокер. Короче, это мне не очень нравится все. Все нормально, Андрей. Нет, типа вроде как да, но вроде как нет. Там бэт. Можешь уебал скрыть. Так, надо, короче, форсик делать очень быстро. Дай хоть один скилл ему, Вася. Ладно, я возьму. Да, ну и трешак на радио. Ну да ладно. Смотри, как можно вообще играть без музыки в доту? Это нормально. Предельная концентрация. Кстати, тем временем за сегодняшний день уже 43 подписчика появилось новых. Спасибо вам большое, ребят, за поддержку. Знаешь, Андрей, я что плохо задумал в лесу? Что? Когда появляются урсы. Понял. Это реально плохо. Пацаны. Да? Я уже выиграл. Охуел, что ли? От Сэмки. Красавчик. Можете ставить паузу, заходить, смотреть через 2 минуты, как это произошло. Ливнулся ли? Нет, убил себя ультом. Красавчик, Лёх. Спасибо, ребят. Так ты, наверное, просто убил всех и не выиграл еще. Не, ну да. Блять, она просто стоит и ворует у него экспу. Я бы на месте Ларка не был бы счастлив. Крипа добил, отлично. Хотя ладно, сейчас вроде появится. Павершот, шот. Какие же хуёвые крипы мне сегодня попадаются.
блин, и опять крипы. Ребят, что-то совсем не так с этими суппортами новыми. В смысле? Да они какие-то слабые. Типа у меня уже левел охерительный просто. Кур отменили. Все как я люблю. У тебя у Сларка ночной вижен есть? Да, конечно. Ты что, нуб? Да так больно. Как заебало. ЦМ-ка, инвокеры всякие. Гопники. Гопники? Гопники, гопники. Ебать, что это такое вообще? Это вообще адекватно, то, что за мной кентавр побежал и начал станить? Нет. Чё-то, что я один был? Нет. Хуя. Я сам что-то прихуел с него. В инвизе волки. Тут нет ликана. И в инвизе никого нет. Просто побежал за мной одним и дал стан. Хуёво. First blood. Минус киска сложный. А у меня, кстати говоря, за исключением моего Фидона, что все нормально вроде у команды. И у меня крипстат 8-8, гайз. Хотя могло быть побольше, очевидно. Что могло быть по двадцаточку. Ты хардлайн стоишь. Куда тебе по двадцаточку? Так я ВР-ка против двоих всего лишь. Что мне команда ебашит? Четыре мид. О, волк. Это я люблю. Мид ёбнули. Шла ругань. Почему так боится? Это же всего лишь Earth Spirit. Он же не может тебя убить, парень. Бля, какой же хуёвый лес. Ебать, еще и ракетки. То есть теоретически с дистанции он может вообще убить нахер. Кто? Что-то рядом, блядь. Боже, какой ганг. Что за цари? Бляха-муха. Четко, четко, ребята мутят. Заебись? Да, вообще жесть. Выходит Клокверк с ЦМ-кой, типа гангать, и Клокверк врывается в ЦМ-ку. Так, слыхал я, они хотят снизу что-то поделать. Ага, понял. Это, блядь, такой ебучий АУЕ дэмэдж, это просто пиздец. У меня в миде фантомка стоит против инвокера. Имеет 0-2, но говорит, чтобы и был его. Так. У нас тут тоже нормальные темы такие происходят. С мидасиком. Еще и мид сломали вышку. И фантомка пишет, вы можете заканчивать на 7 минуте. Ваша фантомка? Да. Которая с вами стала против инвокера. Понял, нормально. А мне 0-2 уже. Блять, вот эту вот хуйню. Эшкатка.
парень. Ёб твою мать, ну ты мне еще крипов будешь воровать. Приятен-то Doom. Вот там стоял Сларк, он сейчас очень много имеет, остальные не имеют нихера почти. Все боятся его. Вот если Сларк поможет чем-то. Походу ничего не поможет. Это даже Doom у него проебан, да? Ой-ой-ой. Что творится, а? Дабл килл, трипл килл. Я, правда, ни хера не сделал, но бабки я получил все равно, так что все в порядке. Господи Иисусе, я не попал ни одним пауэршотом. Да, ребят, именно не шейкл шотом, а пауэршотом я ни одним не попал. Боже, какая отвратная игра. Так, хорошо, вот так вот, наверное, сделаю. Так, а тут я сделаю вот так вот. Вот так и вот так. Я уже на 10-й минуте вставил ФК. Угу. У меня вмит фантомка, которая инвокер выебала, как он написал. 0-2 вышку въебала, но сама Ленис. Так инвокер же вроде ее не это самое. Чего нет? Не ебет фантомку. Ну, 0-2 фантомка имеет. Понятненько. Стат не главное. Чего? Статс не решает? Бэтхол. Статс не решает, но выебал. АФК. Ой, пеньки какие сладенькие. А мне типа похуй. Я не перестану катать, пока не подниму хотя бы сотню за сегодня. То есть, возможно, никогда не перестанешь катать? Да. Подожди, а если это затянется до завтра, например, то как? То значит до завтра буду. Ты же сказал, ты не перестанешь катать сегодня, если... Я просто перестану катать. Ну. Уже там подпушивают. А я без ТПшки. Что-то плохо. Так, ну что-то бахаем их, ребят. Нихуя себе, какой потенциал. Видишь, ты все еще играешь, и говоришь, выиграл. Ты так, Игорян, ты быстрее доиграешь, получается? Да, я уже заканчиваю. Мне уже Т4 до лампы на 12 минуте. А, тогда ты быстрее. Догон второй у Фуриона, ёбаный рот. Как он это делает? Видишь, Андрей, какой Doom обузный.
Не, Игоря, ну тут как бы всегда бывают игры, где тебя просто-напросто бахают прям в попку. Ты тут уж никто не застрахован. Ёбки. Да, ты можешь позволить себе бранные выражения, ругань всякую. Я, пожалуй, замучу. Все-таки этих двух молодых людей. Слушай, нихрена себе, Focus Fire теперь 75 маны стоит на первом, на шестом левеле. Ну ты что думал? Он же раньше под 200 стоил. Слышите, так это же вообще пушка. Ништяк. Вообще насец, короче. Лол, вайпер делает БКБ после мейки, это нормально? Да. Хорошо. Хочет победить. Не, ну типа аганим я слышал, неплохой артефакт. Нет, следующую ищу. Вообще, Игорь, да, я уверен, что скоро закончу. Я смотрю, ты там выигрываешь, походу. Да, Игорян, пока у нас все здорово. Айпер, Дум, Дебил, Спирит, да? Угу. Это самое. Угу. Пойду молочка налью. Ай, у меня же форсик уже был, ёбаный рот. Трипл килл делает Сларк. Блять, а почему не было дума в этой хуйне? Просто кинул бы этому мудаку помолчать и все. О. Так, в смысле? Ага, все, контролит, контролит. Это вот знаменитый соло-килл. 10 голды до БКБ не хватило. Так аноним же надо делать. СБ, Сларк. Такая новость теперь есть. О, Думгем. Вот это нормально он. Тогда еще и вардов можно. А, не, вардов уже и нет. Вот так-то. Блин, а Батрайдер так тоже, Даггер, Форсик, уже все четко. О, а вот и Дум против Сларкича. Заезжает. Меху-меху! А, он намазал меня, хорошо. У меня новая катка нашлась. Бля, ну как же я сейчас затупил, это пиздец. Уебан, да что-то я уже вообще в пивасе просто. Хотя я на этой верке еще не умею ни хрена. А на ком ты умеешь? Ну, на этом самом. Да ни на ком, в принципе. Плохо. Да, реально херово. Ну, тут уже все, тут как бы никакой легкой победы уже и нету. Нас просто отпенетрировали сейчас за миссию. Нормально. Дагон 4 у Фуриона. Тоже такой приятный артефакт. Ты меня просто в Дагон Санстрайка не могут убивать.
пиздят от меня своими птичками этими тупыми. Коршунами ебучими. Блин, жалко, тут Клоака за 550 не дает хотя бы один хп реген. Было бы очень здорово. Боже мой. Блять, я уже даже писал ему, чтобы он дал меку, ёбаный урод. Он просто не хочет давать мне меку эту самую. Какая-то реальная игра наркоманов. Этот не хочет Doom на Сларка давать, этот не хочет меку давать. У меня тут новая игра началась, знаете, кто у меня в меде? Марта? Да. А она килл любого или не килл? А хуй сосет любого. Надо как и фош в игре. Понятненько, понятненько. Так, что тут догон четвертый, сейчас пятый уже фуриона будет. Бля, догон пятый на таких минутах, это такая опасная хрень. Догон пятый на пятой минуте? Не, не на пятой, на 22-й как минимум. Так, Doom Ready, это хорошо. Что это, блядь, за издевательство такое? Просто 510 въебал залетает. Так он опять, ты въебываешь? Ну, я лично для себя эту игру въебываю, это да. Не, ну, типа, мы, конечно, пока еще не проиграли, но мы далеко еще и не выиграли. У нас, типа, вот у Бэтрайдера все хорошо, Дума, в принципе, тоже все более-менее. Я говно ем, меня очень жестко ебут здесь. О, урсы. Просто, блядь, тотальная анальная аннихиляция. Сларк этот блядский. На самом деле, если бы не был дебилом, он бы уже, наверное, не выиграл в своей команде. Волки. Лёха, ты все уже? Лёха, походу, уже полностью все. Да. У нас Митер чуть не закинул. Чё, кто собьёт, не собьёт. Хотя нам нечего сделать так. Сколько? 7. Нормальное дело. Блять, ну какой Doom? Ты что, издеваешься? У меня мидер хуесос. Товарищ покричился немного насчет Дума.
Здравствуйте, доктор. У меня в миде уёбок. Что мне делать? Помогите, пожалуйста. Скажешь, если ответит. Мне иногда тоже волнует эта проблема. Я уже могу на самом деле смело сказать, что мы начинаем проебывать. Нормальная тема, когда в лесу ты заплачил крипов, они начинают лагать, тыкаться в тебя и не могут бить. Я думаю, без стагера был. Жаль. Сзади нас ларки делает. По-моему, это ошибка в дума. О боже. Что такое, Игорёк? Короче, меня мидер. Забузил ботл. Так. Пустой ботл побежал до фонтана, так. Не добежал немного и побежал назад. А, ну это стандартная тема, у меня тоже часто бывает. Он повторно обузит. Блять, ну что за уёбок? За что? Вот ты говоришь, Игорёк, типа Doom, да хуйня, хуйня Doom. А вот, сам посуди, вот я сейчас играю катку, единственное, в то, во что я верю, это Doom, потому что у врага есть Сларк, а Doom кидается на Сларк, и Сларк уже становится членососом. Как тебе такое? Игорь. Все, да? Нечего сказать, понятно. Так, а что если сделаю арчит? Так, а что если он мне нахер не нужен уже? Арчит, по-моему, арчит на верке это вообще по плану какая-то. Инвокер после Мидаса и Форстафа делает себе аганим. Это плохо? Вообще бы не стал так делать. Так надеюсь, он не за тебя. Не, он не за меня, против. Случайно не видели здесь? А нас? О, мип пришел проверить, как дела у дома в лесу. Пожалуйста, дай откупиться! Насец. Так. Ты заебал, мне тоже хочется качаться, братюнь. Вообще, учитывая то, что у нас не хватает ДПСеров, мне кажется, мне можно сделать какой-нибудь Майлсторм. Я, наверное, его и сделаю. Хотя, меня же так жестко разъебывать будут. Это ведь даже не смешно. Короче, ладно. Сларки, чехуярки, чехекс нам некому делать, поэтому я, наверное, его и возьму. Так кто ж, если ж не я же? Так, Сларк, Скади. Блин, есть такая проблема, то что мы не сможем забрать вора никакие больше, потому что враг реально силен. Ох, ебать, что происходит. Братан.
Живи. По яйцам ты выжил. Ну-ка, Венга. Один есть. Хорошо, но тоже этого ебучего вообще неким забирать. Ох, ебать, рейдж байбек, нихуя себе. Братан, ты чё такой злой-то? Ох, ебать, чё творится? Опа! Опа! Прикиньте, прихожу я такой свой зилейн, там три героя врага. Я дубль килл делаю. Потом один их байбекается и снова умирает. Грэм, легкие редкие? А хуй его знает. Начало пиздец какое уебищное. Ты что, это трипл килл уебищное, да? Нет. Это нормально. Все, понял, хорошо. У меня мидер мид вибал. Мид не написал ко мне мид, пришел, меня ебнул. Это называется плохое начало. Ты не угодишь прям, Грэм. Ебать, что происходит? Так, вот так. Блять, у нас сейчас третий БКБ будет, только против кого? Вот он вопрос. Тот самый Фурион с пятым догоном, который в никого не стреляет и ничего не делает, просто качается. И Клокер, который делает Линкен Сферу. Андрей, ты знаешь, что может быть лучше Дума в команде? Нафиженный Сларк? Не. Дум, Трент, Дебил Спирит и ТБ. Понял. Валит, иду к цели своей хиксу. Что ж за пиздец, а не игра, конечно. Так, качаемся. Ларк еще сисиську купил одну. Блять, это можно попробовать вот так вот сделать. Мидпо из Гоинг. Ваншот ю. Опять фидит. Хотя... Может, и не фидит. Надо проверить. Сходить. Ёбаный насос. Чё творим, это пизда нахуй. Да мы тоже такое творим вообще. Просто домой. У нас та же херня примерно. Выигрываете, что ли? Ну сейчас что-то, ну я не знаю, это какая-то вообще плавленная игра, дикая, ничего не происходило. Потом просто враг нафидил, отдал нам тавр. Камросх. Во, вот он, Дум в деле. Найс ТП. Ой, ебасос. Бомжара. Как тут у Пака дела? Где он сидит? Вот он сидит. БКБ, блять. Лица расщепляет просто. В нее врывается. Не, я не знаю, что это за игра. Дота. С
СМ-ка сыграл ВКБ, в нее врывается Air Spirit, умирает об нее просто. Ирошан, который стоит уже 36 минут. Плохо. Да вроде как да. Ну типа он бы мог мертвый быть, по сути. Много раз уже. Так, ну что, я покупаю себе Mystic Staff. И я царь. Так, жабка вообще сверху, рваться походу не очень хочет. Жабка? О, мипа. Так, отлично, Фурион забирает Аегис. Пизда уже определенно. Хотя лол, я получается мог еще хекс купить или хексить кого-нибудь. Опа. Так, мансуй, 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 мансуй. Ага. Так. Домой. Ёбаный рот, это же гем наш, братюня. Блять, как хорошо, что он попадает своей хуйней, промахивается, точнее, гем надо забрать, братик. Братик. Сэмочка заберет гем. Короче, нас нормально так разъебали, пуск. Опа, тут еще и пуск, блядь, дома нет. Сука. Нормально, нормально. Бля, он вообще не попадает паунцами этими, полаганами. По ногам? Паунцами. Сколько попадает паунцами по ногам? Не, просто не попадает паунцами. Ох, ебать! Пирда мне? Или что-то вроде того? Что, блядь, за катка? Я не понимаю. Лютая, походу. Да вообще лютейшая катка. Да как я ненавижу ТБ, который делает радианс. Ёбки чистой воды. Да за тебя такой парень? Угу. Так, надо какой-нибудь... Да я хрен даже что делать. ДПС надо. Блять, а не хочешь вайпера гонимчик там прикупить? Нормальная ж тема. Бля, ну он реально, он не попал ни одним ёбаным паунцем. По-моему, он вообще реально тупо ни разу не попал за игру. Ну, не считая там линии. Стандартной линии. Блин, жабки-то мы... Как-то можем накидать, в принципе. Так, а враг-то у ворот уже. Короче, какая-то лютая катка, так скажу. Хуй пойми, что происходит, но что-то происходит. Даун не увидел, боже ж ты мой. В
Вроде разъебываем. Так. Сларкича можно брать. Купил. Лол. Что? Изи-кетка. Просто изи-кетка. Инвокер 4 секунды. А я вот так лучше нажму, просто и не буду тупить. Так, Игорян там съехал втихаря. Лёха, ты играешь? По-любому играет. Да. Да, играет. Конка 8 уровня. Блин, Игорян съехал, походу, это... Посчитал, что его игнорит, что ли? Или стоп, у него просто сгорела жопа! Надо как-то помочь Игорю, наверное. Зачем мне догоним? Это ж такая поплава. Там просто получается без этого. Короче, да, сейчас БКБ я, видимо, начну делать. Не БКБ, а МКБ. Вот, где там оно? Вот так вот. Мне нравится игра Фуриона. Бля, эта игра, по-моему, никогда не закончится, но она реально какая-то поплавная. Так, есть одна проблема, то что шаклшот не так быстро долетает, как хекс. Так бы я его захексил, очевидно. Хотя он мог бы... Лол, у меня же еще форсик был, блядь. Как это не... Ай, дебил. Ох, жаль. Хорошо, что Бэтрайдер так катку тащит. Он реально жесткий. Враг нападает, хотя мы реально очень жесткие. Кидается дум на... Как его? На сларка и все, там больше никто ничего не делает. Дым уже какое-то дерьма, это просто пиздец.
бесить уже. Ракетки, всякая поебота инвокера. Тут-то он и поел давно. Блин, ну конечно, вообще же еще 22-37, а мы терпим на базе своей. Сейчас, с другой стороны, нас можно понять. Числарки, инвокеры, фурионы с догонными пятами, клокерки. Смогу закинуть, имею все шансы. Не, живой, живой, живой. Звук запаздывает. Нет, смотри, не, ребят, звука, по-моему, вообще, в принципе, очень мало. Конечно, бля, надо было собрать или на какую-то тараску, чтобы было посрать на эти прокасты. Так, теперь цемп еще и с даггером. Ну, он так жестко по лицу получает, конечно, с винрана. Не с винрана, а с фокус фаера. Прям вообще приятно. Так, ну, что, почти есть уже. Короче, я раньше еще тут не прожимал ни хрена никакие скиллы, типа виндранов, там, даггеров, потому что а вдруг, дисларк, вдруг не понадобится. Сейчас уже что-то так похуй. Все, ох. Фурион же нажимает каждые 60 секунд на ульту свою.
Да, я не понимаю, почему этот парень меня в муте. Реально какой-то конченый. Похоже, что здесь игра и заканчивается. Хотя не, у него, да, наверное, есть бэйбэк. Да, вот и он. Даже на нее нажал. Да, не надо, только не в рот, братюня. Байбеки, байбеки, ну, пятеро, их нету. Все хорошо, вроде как. Опять же, я не знаю, почему Сларк меня сейчас не ударил, не убил. Это очень напрасно было сделано. У меня еще стариканоч был. Так, ну должен быть мой. Давай, на парсер, ну ч. Сейчас мег еще будет. Здорово, классно. Не, это степ-бай-степ всё-таки такой, ёб твою мать, что не круто. Тихо, тихо, тихо. Вообще, я, конечно, прусь жестко так в этой катке. Дальше я не хочу идти. Хотя есть хпшечка. Скоро еще мека будет. Дай меку, меку, меку. Быстрый парень как-то. Так, сколько тут стоит эта хрень? Под названием Дейбалус. Не хватает 500. Ну все, фармим. Как раз. Я быстро, так что ребята пока подефит, там баширок появился.
Так, все, я готов накидывать. Хотя не готов еще, кого я обманываю. Теперь готов. И для парсера еще, для парсера. Все. Парсер есть. Ну, типа я такой кэрри, весь так изи-катка, там все дела, все четко, ЗБС. Вообще рассчитывал, что они подефят, можно подраться еще так. За малым, за малым. Да, реально какая-то плавленная игра получилась. Ну, понятное дело, время-то уже сколько, уже очень поздно, пора идти спать. Boring game.